Здравствуйте, мои дорогие! Так, сегодня я хочу показать вам, как я делаю макияж с палеткой Naked Basic от Urban Decay, как я вам обещала. Это замечательная, просто шикарнейшая палетка из натуральных оттенков и матовых теней, кроме одного вот этого светлого, который содержит немножко шиммер. Если вам интересно, как я сделала вот эту красоту, которая сейчас на мне, оставайтесь со мной. Итак, давайте приступим. Начнем мы, конечно, с базы для теней, и я использую базу от Essence. Далее я буду использовать светлый матовый оттенок, он так и называется, светлый матовый нюд. И наносить я его буду на все веко и под бровь, конечно же. Теперь я возьму темно-коричневый оттенок и нанесу его сначала в виде стрелочки, а затем чуть выше складки. Сейчас, конечно, это смотрится не очень аккуратно, но после растушевки, естественно, это будет выглядеть иначе. Теперь для растушевки темного оттенка нам потребуется вот такой бежевый оттенок, который называется Naked 2. И растушевочной кисточкой мы будем растушевывать границы, делать их более мягкими и более плавными. Теперь для того, чтобы тени не смотрели слишком тускло, я добавлю вот такой слегка перламутровый оттенок, который единственный перламутровый во всей палетке. Нанесу на середину века для того, чтобы придать некий блик и свежесть взгляду, ну и, конечно же, потом нанесу еще его под бровь. Теперь я буду использовать темно-коричневый карандаш для того, чтобы нарисовать стрелочку, придать форму глазу. Я использую коричневый, серый, черный в зависимости от оттенка теней. Теперь кисточкой я буду растушевывать стрелку для того, чтобы она стала более мягкой, потому что четкие линии в макияже нам не нужны. Далее я воспользуюсь самым темным черно-коричневым оттенком для того, чтобы оформить нижнее веко, и нанесу стрелочку.
Далее буду использовать светлый матовый оттенок для того, чтобы сделать стрелочку более мягкой, сделать ее более светлой, менее четкой, то есть такой постараюсь придать больше дымчатости. Для того, чтобы взгляд был более свежим, я буду использовать светлый матовый оттенок и наносить его во внутренний уголок глаза. Теперь, конечно же, пришло время для туши. Я буду использовать тушь от Maybelline Colossal. Ну и для того, чтобы придать законченность макияжу глаз, конечно же, я не забываю про нижние реснички. Перед тем, как наносить пудру, я воспользуюсь матирующими салфетками, потому что к этому времени моя жирная кожа уже показала себя во всей красе. Я использую пудру от Givenchy, Prisma Foundation и кисть Kabuki от Art Deco. Далее, конечно же, пришло время румян. Я буду использовать румяна от NYX. Мне очень нравится этот розово-бежевый оттенок. Смотрится очень натурально и придает свежесть. Ну и последнее, это потрясающий красоты блеск от Isadora. Действительно, вот эти мелкие сияющие частички смотрятся очень здорово. Ну и на этом, собственно говоря, макияж готов. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам огромное за просмотр. До встречи на моем канале. Пока!